Всем привет, с вами канал Art Money, и сегодня у нас с вами обзор магазина Sweet Cat. Ну, поправите меня, правильно я назвала или нет. Здесь у нас, смотрите, лимонад по 50 и по 100 рублей, необыкновенный. Магазин китайский, вот по 100 рублей, смотрите. Такого вы точно нигде не встретите. Чупа-чупс лимонад. Апельсин, манго. Здесь бутылочки какие-то тоже с лимонадом, разнообразные. Все хочется попробовать, все выглядит очень вкусно. Здесь стаканы, игрушки. Ну, стаканы, как всегда, одинаковые формы. Все одинаковые. Как-то, честно говоря, хочется, чтобы форма стаканов была разная. Это вот закупают одинаковые, рисуют, там, печатают, и все. Ну, вот авокадошки, собачки. Ну, очень, кстати, красивые, необычные. Стоят 300 рублей. Игрушки миленькие. Здесь, кажется, маски для лица. Ну, такой, знаете, магазин, там и сладости, и вкусняшки, и блокнотики, и вот, пожалуйста, типа как маршмеллоу, всякие желейки, жвачки, там всего полно. Некоторые даже на их языке написаны, и, честно говоря, даже непонятно вообще, что это. Игрушки, вот авокадушки, лягушки, мишки. Такие, смотрите, даже игрушки, они необыкновенные. У нас таких не продается. Здесь жвачки разнообразного вкуса. Вот это вот, кстати, я купила. Она очень вкусная, но о ней будет чуть-чуть попозже. Будет выйдет отдельный обзор, как я ее пробовала, как мне понравилось или не понравилось. Отдельно все это будет. Здесь по 40 рублей, по-моему, стерки. Вроде бы. Я уже не помню. Стаканы внизу. Там магазин довольно такой небольшой, но там, в принципе, все есть. Все, смотрите, красиво, так компактно. Блокнотики, там ручки, ободки, вот или как там, ну да, ободки всякие с лягушками, с зайчиками, мышками. Ой, такой зайки там такие миленькие. Тапочки, носочки. Все в одном месте. Зашел, закупился и ушел счастливый. Да, и оставил кучу денег. Здесь наборы разные. Блокнотики необычные. Кто коллекционирует, приходите туда.